Всем доброе утро. Вчера, ребят, вечером ничего не снимала, потому что очень плохо себя чувствовала. Я вчера чувствую, что какая-то слабость, вялость такая. Голова кружится. Я легла и просто уснула. Представляете, я уснула. Я больше часа спала. Это вообще пипец. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем доброе утро. Всем еще раз здрасте. Мы с Машей идем в магазин. Они сегодня, Маш, расскажи, куда вы сегодня идете? На речку. На речку идут площадка. Они... Многие спрашивают, что за площадка. Они у меня сейчас ходят на площадку. Ходят Маша, Оксана и Катя. И сегодня они собираются идти всей группой на речку. Поэтому мы идем в магазин купить что-нибудь с собой покушать. Колбаску. Да? Такое не портящееся. И вот сейчас ходим, купим. Ладно, пойдемте. Все, дорогие друзья. Сходили мы с Машей на магазин. И также зашли на почту, забрали посылку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, какая посылка нам пришла. Надо было 3 пачки взять, чтобы каждый по пачке, что-то не подумали. Короче, взяли вот такие вот луковые кольца. Девочки пойдут на площадку, я вам дам денег, вы купите себе еще одну пачку. Вот такие вот, короче, луковые кольца, 2 штуки им с собой взяла на речку. Потом для дома 3 литра молока. Держи, Маша, брай холодильник сразу. Девочкам сейчас сделаем бутербродики с собой на речку. И взяла им газ, воду на речку. Они просили газированную воду. В целом, вот такая вот покупка была небольшая. Фух. И скоро будет распаковка посылки. Василис, ну ты прям уселась там, что Маше не подойти. А, там полки все полные, что ли? Да. И Вася сидит на стуле. Вот ты деловая вообще. Ладно, дорогие друзья. Пошли мы снимать дальше. А я, ребята, знаете, что делала? Малинку собирала. Ее, правда, немного, но тем не менее. Сегодня будем коктейли молочные, потому что мы вечером делать. У нас там лежит уже клубничка немножко. И вот малинку хожу по территории, где есть, собираю стаканчик. Так, вот здесь вот еще есть красненькое. Ладно, сейчас наберу, когда хоть сколько-то, и покажу, сколько вообще набрала. Все, пособирала. Вот столько. Тут и малинка, и клубничку остатки пособирала. Сегодня будем вечером делать молочные коктейли с детками. Я еще хочу купить киви. Можно еще виноград купить разные, чтобы сделать разные коктейли, и молока побольше. Ну так вот, ладно, идем домой. Так, дорогие друзья, пока у меня маленькие не пришли, я сбегу куплю молоко, чтобы после садика мне не тащиться с пакетами, с молоком. Сейчас схожу, возьму молоко. И будет сегодня у нас вечеринка, так скажем. Будем, короче, молочные коктейли делать разных видов. Всяких. Если интересно, оставайтесь. Сходила в магазин, все, что надо для коктейлей, купила. Ну, сначала не для коктейлей, это хлеб, конечно же. Также пакет почтовый мне надо кое-что отправить. Также 2 ванилина у меня есть еще дома немножко. Я с сахаром просто смешаю. Для коктейлей что взяла? Мороженое. Будем с ягодами, с молоком и с мороженым делать. Вкусно должно быть. Сейчас сразу морозилку беру и вернусь. Все, убрала морозилку. Также взяла 5 литров молока. Ну, надеюсь, нам этого хватит. Короче, будем делать разное. Сегодня еще вечером мне надо будет в город съездить. Там я хочу посмотреть еще киви. Для коктейлей очень вкусно будет киви перемолоть и с мороженым, и с молоком. Вкуснятина должно получиться. Ну и подумаем еще, что можно взять для коктейля. А вы напишите в комментариях, как вы делаете молочные коктейли. Может, мы тоже испытаем это и сделаем. У нас вечер, мы идем в садик. Машенька, расскажи, пожалуйста, как тебе на речке? Понравилось? Да. Что вы там вообще делали? Купались, устроили пикник. Пикник? Костер зажгли. Костер зажгли. Интересно было? Да. Ты далеко? Ты боялась купаться? Нет. Без мамы? То, что мамы не было? Нет. Нет. Пойдете еще, если позовут? Да.
Короче, ребенок довольный, это хорошо. Как у мужа будет выходной, мы постараемся всей семьей выбраться туда, да? Вы сюда ходили? Сюда. Далеко? Нет, вон садик как-то как-то. А, ну вот так вот. Так что вот такие вот, ребята, дела. Ладно, мы идем в садик, нам по пути зайти у нас на лейке это. Ну, носик сам сломался, посмотреть, продается отдельно или нет. Купим его, и муж попросил купить майонез, салат хочет сделать. Идем, идем, идем. Да? Ребятки с собой брали бутербродики, я им делала с колбаской, с салатом. Вы все съели, да? Вишню брали с собой, лимонад весь выпили. Ну, я им 1,5-литровую брала, чтобы на всех ребятишек хватало. Так что все довольны остались. Ладно, идем в садик. А мы идем, шагаем. Да, Ваня? Ваня, повернись. Скажи привет всем. Привет. Привет. Марина, а ты? Ну, как это так? Привет, молодец. Шагайте вперед. И Маша тут, а там Машенька идет. Ванечка, ты упадешь так. Так нельзя. А если упадешь? Ой, там птичка. Смотрите, спереди птички. Ой, все, улетели птички. Марина, аккуратно. Аккуратно. Ваня, туда нельзя там провалитесь, не дай бог. Ну, так вот весело идем мы с садика. Ваня, акробат. Зашли в магазин, купили для лейки специальные штучки, майонез взяли, газировку. А если бы сейчас носиком бы клюнуло? Нельзя же так. Пить хочешь? Ну ладно, буду детей поить. Так, все, мы дошли до дома. Пить брали по дороге. Я беру обычно без красителей. Майонез взяла. Какой-то это... Меладора Провансаль, 152 рубля. И у нас на лейках сломались вот эти вот штуковины. Сейчас покажу. Вот эти вот штуковины я 2 штуки купила. Вот такие вот все покупки. Дорогие друзья, я поехала в город по делам, со мной едет Света. На опять платье одела. Многим, кстати, подписчикам понравилось твое платье. Так, мы едем в город. Сейчас зайдем в магазин, нам надо купить для молочного коктейля все. Ребятишки там играют. Вы что там закапываете? Кого закапываете? Тайна. Кого? Тайна. А, тайна. Сейчас покажу. Нет, сыночка, мы скоро придем, хорошо? А потом будем молочные коктейли делать. Ваня по-своему качается, да, Ваня? Молодец, как качаешься. Тайсон, угомонись. Угомонись. Вот знаете, что хорошо? Тайсон от этих веток тень идет. Многие пишут, спилите, а зато ему от веток тень идет хорошо в такую жару. Ладно. Мы идем на автобус. У нас сделали люк. Ура! И вроде бы там пока не идет оттуда пар. Будем надеяться, что надолго хватит. Да, Света? Света, волосы красиво получилось. Оттенок такой шоколадный. Ладно, едем в город. Так, съездили мы с дочерью в город. Забирала я вот такой цветочный субстракт. Женщина тоже заказывала. Уберу, потом придет, заберет. И забирала я вот такие вот, ребят, контейнеры на 3 литра каждый. Тут их 1, 2, 3, 4, 5 литров. 5 литров, говорю, 5 штук. Также заходили мы в Фикспрайс. Света меня просила, ей надо было органайзер вот такой вот для лифчиков и для плавочек. Короче, для нижнего белья. Тут их 2 штуки, вот она взяла такую. Дальше маску-пленку. Киса, я тебе сейчас жопу набью. Потом вот такой вот контейнер нам надо было, мы взяли. Малярный скотч для поклейки обоев очень нужен. Сегодня будем делать молочные коктейли, поэтому надо было шоколад. Положи, пожалуйста, его. А вообще-то не надо морозилку брать. Также мне нужны были вот такие вот зажимы. Я взяла упаковочку зажимов. Тут разного размера, но мне, по идее, только большие надо было. Ну вот, в целом такую. И взяла вот такую вот сушилку для ложек и вилок на умывальник поставить, когда мыть. Вот так вот будет хорошо стоять.
И также две бутылочки с питьем. Вот весь, вся наша покупка. Ладно, сейчас переодеваюсь, готовить буду, чтобы делать молочные коктейли.